С 1 февраля жителей республики порадовало очередное нововведение в системе госорганов, работающих по принципу одного окна. Единый центр регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начал свою работу в здании инспекции Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары. Отныне рассмотрение всех документов, представленных для государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашии, и принятие решений по ним будет проводиться централизованно. Налогоплательщики, находящиеся вне города Чебоксары, могут подать и получить документы в налоговом органе по месту нахождения, а также во многофункциональном центре. Сведения из единого госреестра юридических лиц и единого госреестра индивидуальных предпринимателей можно, как и ранее, запросить в любом налоговом органе. В конечном счете это значительно экономит время при регистрации. Сокращается срок при государственной регистрации до 3 дней. Раньше он был до 5, независимо от места проживания наших налогоплательщиков. Также хочется пояснить нашим налогоплательщикам, что в связи с созданием единого центра регистрации у нас поменялись платежные реквизиты в платежных документах. Теперь, если налогоплательщик будет уплачивать госпошлину за свои регистрационные действия, он в платежных документах по строке «Получатель» должен указывать только ФНС России по городу Чебоксары. Если же наш налогоплательщик сдает документы на регистрацию через МФЦ, то он должен указывать в платежных документах ОКТМО района или города того МФЦ, где он сдает документы. То есть это тоже немаловажно. Уплату госпошлины также можно произвести на официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru на сервисе уплаты госпошлины. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.